А в этом замечательном тропическом бложике вы сегодня увидите. Дима Евсеев управляет лодкой. Нас чуть не накрыло волной. Мы два раза спасали хохла. Спасательная операция. Андрюху закидали акулы. Операция спасения хохла. Я напоролся на рыбу фугу. Внезапно раздул ветер. У нас наконец-то задуло и прогноз на Манао. И мы прикармливали акул. Закуска акулам поплыла. А здесь мост есть. Едешь на серфе и плюешь в камеру. Если кому-то надоест на серфе, у меня есть сап. Так, разверни лодку на волну. О, тут рыбка какая-то дохлая. О, спрятаешь, акулы. Акулы! Акулы! Ты под воду, сумой под водой кричит. Так что я акулы не слышу. Володь, выходи, пожалуйста, а? Сюжетное кино! Вот он, вот, закрывашка на нас. Мы, Ага! Нас тоже стёрнул. Где-то у нас, похоже, в канал усадки, да? Мы уже в канале, да. Это лучше. Мы выживаем на катере, в канале. Сейчас Андрюха пойдет пугать акул. Не, надо привлекать. Да, привлекать. Зачем пугать? Привлекать. Но, нам же нужно заманивать сюжеты. Да, да, да. Тебе нужно так же, как они, начинать оттуда, потому что я течение будет еще там засасывать. Это все херню, убери обратно. Ну все, Андрюха пошел привлекать акул. Там у тебя такое. Прикормку взял. Прикормку. Прикормку взял, да. Щучкой ныряй. А? Я что-то не хочу пока. Спасательная операция
Андрюху закидали акулы. Акула есть? А? А? Давай, 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 давай. Чуть назад. Можешь его заловить? Бля, не, сейчас накроет. Успеешь? Ходи. Перезагрузи ее. Она загрузила. Надо уходить скорее. Давай, давай, залазь, залазь. Да, в лодке. Уходишь? Не, ну ты тихонечко можешь, газануть чуть-чуть. Отойди. Все, пошли, пошли. Блин, течение охрененное. Ага. Закуска акулам поплыла. Операция спасения хохла. Так, его надо будет прямо отсюда закинуть, наверное. Прогноз на Манаву. И я на девятке, и на серфе на нас.